Добро пожаловать. Еще раз, давно не виделись. В очередной раз, да? Да. Ну, больше просто хотели как-то, типа, в расслабленном таком режиме поговорить про музыку, про твои подходы, тем более сейчас мы копнули и, типа, увидели все мультитреки. Только сейчас. Новые куриные лапы нашел. Да, да. Нет, там правда, вот есть особенно в рабских лекциях, это вот момент, который мне действительно сложно понять, когда у тебя рисунок баса, он как будто, ну, в некоторых участках он, конечно, там под вокал, а некоторые просто, мы пытались увидеть логику, и потом вот такие просто, ладно, давай вот это все запомним. Мне кажется, там луп. Который чуть-чуть который иногда подрезался. Ты тычки вырезал, типа, на какие-то места, и он так получилось, что это перестало быть лупом. Просто в какой-то момент. Это постоянная импровизация. Да, да. Сложно очень. Но там же всего, сколько, одна нота, по-моему, корневая, и все. Не, так про ноты ладно, а типа, что тычки... Ну, именно время, да. Вон ты видел, тетрадочку тебе показывали, как у меня иероглифы просто. Это барабанная партия, брат. Я понял уже, но выглядело, как будто это обряд вуду. Ну, отчасти. Да, но по-другому ее не запомнить просто никак. Че, хотели еще просто разогнать тему про то, что делает в итоге живая музыка с рэпом, типа как такого, как, ну вообще, что делают живые инструменты, типа, когда дело касается банальной квадратизированной музыки. Насилуют. Типа. Насилуют? Насилуют, да? Заставляют. Заставляют жить. Музыка начинает жить. Музыка начинает жить с живыми инструментами. Я не знаю, как люди живут на этих сэмплах со сплайса, ну, типа, какие бы они хорошие не были, как бы они качественно записаны не были, все равно те партии, которые ты пишешь непосредственно в свою музыку, то есть они живут именно в ней, типа, и это как бы все равно другое, возможно, это больше энергетическая, да, какая-то штука, в которую мы привыкли верить, типа. Да, да, стопудово, микрофон столько всего пролазит, столько жизни, да. Просто это даже, ну вот, типа, вот это даже фишка, которую, или что, не раскрывай твоих фишек. Раскрывай все мои фишки. Ну, типа, с тем, чтобы на iPad написать партию и потом ее записать в микрофон просто из динамика iPad, это же вообще, во-первых, что за подход, знаешь, типа, очень... А чего я так записал? Можешь друг друга, или ты оттуда выгонял? Одно и то же? Да, да. Возможно, да. По-моему, по-моему, там с репетиции. А, нет. Там драмка точно с айпада, потому что тогда почему-то было удобнее всего вот эти вот старые восьмидесятнические шоты найти там именно. Музыка, в принципе, уходит к минимализму, но вот этого супер стало либо мало, либо это очень труднодоступно даже для самих продюсеров и артистов, потому что как будто никто не чувствует настроение именно. Но, то есть, видишь, там лирики условные или потому что чего-то. Используют просто банальную, грубо говоря, одно настроение на песню, да. Типа, и вот. Все. А внутри ничего практически в жизни не происходит. То есть, типа, да, если чуваки там используют 4 аккорда, то это 4 корневых простых аккорда, то есть которые ни одного лишнего полутона не включают ничего. Ну, то есть, вон Антон Беляев вообще... Мы писали «Скучаю пианино», когда он традиционно пошоркал по струнам монеткой, там еще что-то крышечкой, просто чтобы все призвуки вот эти добавились, какой-то естественности. То есть чуваки, которые работают с чистейшим звуком, с прекраснейшим, которые делают, ну, то есть сродни только американцам, то есть и текстура, самое важное, все равно. Вот, то же самое, что и с Циммером. И вообще совсем вся большая музыка сильно на текстуре, блядь. Вся музыка 60-х, 70-х, 80-х шумит просто пиздец на самом деле. Вряд ли они это хотели прям достичь этого эффекта. Не, почему? Ну, вон, блин, те же Битлы, столько там призвуков, такое количество у чуваков. Кому не нужен чистый звук? Кому не нужен чистый звук? Не, Владику нужен. Когда он Первакова продюсирует. Да, в смысле? Мы там так грязно, мы по столу стучали перкуссии, там все, там столько грязи, все микрофон. Да потом сведено все так, что вообще... А кто же сводил? А кто же сводил, интересно? И вы сейчас друг на друга перебрасывали, типа? Так, я хотел перебросить на Колю, я понял. Но ты же сводил изначально все миксы. Я собирал, вот. А потом Коля сводил так-то. Коля уже достаточно грязный, так что не надо. Мне кажется, Коля сейчас может ворваться случайно, сказать. Так, блядь, опять? Не нравится, делай сам. Это же его любимая фраза, нет? Да, еще любимое, что все, выходи оттуда с записи, лучше уже ты не сделаешь. Это был твой лучший тейк в жизни, типа. Все, никогда. Там причем тейк прям, ну, такой, который нужно переписывать, скорее всего. Вот. Ну что, послушаем, может, а то да. Задолбали уже. Смотри, мы...
Подъебали концовку, как всегда, да, чтоб никто не угадал, когда закончится. Классно, классно. Просто баланс пока странный, но классно. Мазанный. Да-да-да, назад прям. Пиздец, ну охуенно, бля. Бог гитаризма был рядом в этот раз. Не хотели заканчивать, да? Мы прям типа давай не будем. Не, очень кайфово, ставим. Очень кайфово. Бля, не знаю, оно до конца прям, ну типа каждая секунда типа охеренно. Да не, кайфово очень. Ну что там, рабасские лекции? Да, это вот на самом деле самый интересный для меня трек. Мне похуй, зумеры, бумеры, эйджизм, фашизм. Ты играешь горох, я игру франшизм. Можно чуть понаглее даже перегрузить. А ты будешь дальше рефакт тот играть, который в конце подбирали на репетиции? Да, он будет, видишь. Кайфово. Такой Спанч Боб чувствует. Кайфово. Пиздец, кайфово. Да, да, прикольно. Такие дела. Кайф. Кайф. Скоро репетиция, все дела. Че, все? Да, 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 спасибо все. Тебе. Найдешь фильм лодочный, возьмешь в скальп дадочный. Пешеходом по ночным дорогам. На тебе нужна лишь помощь, бэй. Раз, блядь, бак, блядь, бак,
Спасибо. Враг оплыл под тенью сини, опустил тебя в сердце, но ломает как будто по вене, по вене так быстро. А снова не сними, без тебя здесь пиздец дерьмо. Мы что поцелуй, и тень обиды, малышка. А если вдруг подняли, я рок, ты мой мигание, горение. Я стисну твоими зубами, и мы что поцелуй. Ты чувствуешь, ну да, просто пальцы ленья, и каждый сантиметр тебя меня знает, как вот все время был близко, тысячи минут ни за что не дадет. Yeah.
Мне похуй, зумеры, бумеры, эйджизм, фашизм. Ты играешь горох, я игрок франшизы. Всю жизнь привязанный к низам шизы. Называли в этом месте идеи, делай бабки на лэптопе. Смотри, это дерьмо еще в топе. Мы в Европе, даже в Африке. С ней валом нежечем хуярить на Антарктике. Кинул на чаевые все, что у тебя в лопатике. Весь здесь правильный телефоник. Хочется органики, а не ебаный поник. Они различаются, металлист, я дальтоник. Один всех моих братов в том форте, а не в соник. Среди этих ебаных хроник спасает лишь хроник. Предпочитаю заряжать бомб, а не патроник. Предпочитаю загранять чел. Предпочитаю не сгрызаться резкими словами, а только тяжелыми. Прямо как наркотики, мы в этом роте ебать спортики. Все эти цифры выплев спотики. Лишь результат практики. Вот тебе на тебе чревоугодие. Мечты в пластике. Вся атрибутика рэпера. Нет времени перечислять всю войну эту. Могу перечислять только бабки умножить. Сука, еще раз умножить. Еще раз умножить. Еще раз умножить. Я не понимаю, что хорошо, а что плохо, мам. Но это все, что мы можем. Так уж вышло, что в жизни дерьмой не кончается. Боже. А говорю, чтобы не расслабляйся, роднули, мечтать будем позже. Период сложный всегда и у всех. Но я продолжаю их получать все. Цель уже давно не успею. Все тянет низ, а число. Купюры в конверт, патроны в отдельный отсек. Ты не смог как человек, в таком случае швей. Человек с общим шагом в разрез. В этой почве не срез. Переезд, перевод, передоз. Что выбрал ты? Что нашел на страницах инсты? Перспективы лишь ты, обещания пусты. Мы видим легально растить кусты. Не остыл, нарезаю пласты, заебали досты. Молодые не врубаются на унылые посты. А беру все возрастные, инструменты просты. Но тебя не хватит и начать. Никто не хотел учить мочать. У нас не дату, у нас печать. Нахуй их чай, нахуй всех любителей кончать. Без разбора, нечем дышать. Эй, трешак, хочешь сломать кольцо, но ты не шаг. Помощники только не шаг. Нахуй всех этих решал. Бог тут твои кольца. У нас еще 4 дел. Полосы, конечно, не хватило. Быть счастливым непростое дело. Быть счастливым непростое дело. А встаю в полшестого. Только старая школа. Молодые дятелы. А хочу им другого. А хочу делать бизнес, но по приколу. Выйти профессионал, а не полу. Если ты олу, ты знаешь, что все остальные пьют колу. Кстати, встать, пока кто-то выдрит за тебя твою жопу. Выбит бабки на твою школу. Проблемы бабки на упашолу. Я ебал таких вот дешевых. Полосы, конечно, не хватило. Быть счастливым не простое дело. Быть счастливым не простое дело. А встаю в полшестого. Только старая школа. Молодые дятелы. А хочу им другого. А хочу видеть умные шустрые. Не терять ни секунды. И я не без капусты. Родной бы не был. Люби свой город. Для долбоебов оставь свой нора. Не оставь свой контракт без взора. Не плутай в коридорах. Бюрократии кредитов. Не шабирай вокруг паразитов. Полосы, конечно, не хватило. Быть счастливым не простое дело. Быть счастливым не простое дело. А встаю в полстол. Только старая школа. Молодые котелы. А хочу им другого. А хочу им бизнес.
Спасибо. Спасибо огромное вам всем. Спасибо. Спасибо.